Всем привет в гостях у Робинзона, Альвинуса и сборки Мех Магик. Ну что произошло? Как видите, исчез мой маяк. Куда он делся? Он делся вот сюда, я его поставил ниже, точнее зарыл в землю. Ну, как-то много места занимает. У меня наверху планирую поставить солнечные панели когда-нибудь. Так, пока я тут шлялся, у меня тут понаделось ресурсов. Ну, курочек я пока не забросил. Так, мяско я забросил. Чем я занимался? Ну, чуть-чуть увеличил площадь своей, как бы, лаборатории. Просто вот сравнял этот угол с этим. Поставил вот эти вот все штуки, ну, более красивее. Что еще? Фармил мобов и везде повесил, как и говорил, мендинг. То есть восстановление за счет опыта, вот тут еще всякой ерунды понаковырял, по пути там бегал, вот я не помню, чуть-чуть уже не помню, если у меня тут с собой что-нибудь или нету, да, вот какие-то еще занимался копанием, там бегал по шахтам, так, 64 оставим, ну, кабла навсегда нужна, поэтому, так, это сбрасываем систему. Вот, еще опыт есть 190. Еще опыта понабивал. Так, а ты что тут делаешь? Хантер. Сумочки Хантера, что нам понападало? Так, это из летающих мышек понападало. Так, тут пусто, тут выросла капуста. Так, еще понасобирал ресурсиков, да? Угу. Ну, я просто давно снимал для вас, так, наверное, прошел день, а для меня то неделя, наверное, так. Редстоун, зомби, это скидываем, остальное все на переработку. Вот, я так подумал, какого я тут, понимаешь ли, собираю, когда у нас есть карьер. Да, пришло время карьеров. Значит, квари. Блин, ёшкин кот. Квери. Квери у нас очень много, да? Опалусы. Чё я напомню? Квери, по-моему. Вот, есть у нас такой квантум квери. Квантум квери актуатор. Есть еще из какого-то мода карьер трансмиттера. В общем, до хрена вариантов, но я почему-то вот к этому квантум квери решил. Так, ты стирайся. Квантум квери. Так, вот. Это что такое? Квантум чест, квантум танк, айтик реборн, квантум энтрополо... Ладно, сами читайте. Так, квантум актуатор, квантум квери, майн блок. Ну вот, поскольку у меня эти есть, так, стонбурт, его надо в резонатор. А резонатор я, интересно, делал или нет? Так, резонатор. Ага, нет у меня такого. А, это я на SkyExchange делал. Значит, делаем следующее. Экстроутилиты. Так, мне надо, чтобы начать все это дело. Так, резонатор. Можем такое себе позволить? Можем. Дальше нужен генератор. Начально, естественно, ручной. И по пути еще смогу кое-что сделать. Да, блин, а где? А вот он, ручной. Так, это есть. Такую штуку я могу себе позволить. Полиш раз есть. Так, резонатор есть, да. И дальше квантум, эти самые блоки. Это, блин, где? Во, алмазный эндрод. А,
Фу, а вот этого у меня, по-моему, нету. Нету. Блин, я Quantum Aquarium его не могу. Ладно, а может у меня сами эти уроды есть? Уроды нету. Так, а этот Эндеррот, ну никак. Хорус Фрукт нету. Блин, это в Крайте надо. Хорус, как тебя получить? Хорус План, Хорус Плант. Хорус Плант. Рецепт нету. Блин, обломали. Ну ладно. Query так query. Так, берем это. Вот эта штука вот так вот делает. Заряжает. То есть это ручной. Тогда можем сделать хотя бы. Мне надо пару ускорителей. Upgrade Speed. Вот эти апгрейды делаются из нажимных плит. Так, а плита делается раз. У меня три ящика, по-моему, три. Так, и, наверное, upgrade stack. Тоже три. Угу. Раз, два, три. Тогда чуть-чуть займемся оптимизацией своего работы. Так, это сюда. И вот, нажали кнопку, и она крутит. Вот показывает, сколько вырабатывает. Вот она, видите, переделает. Ладно, вернусь, когда все переделается. Так, пока я тут пережарю, у нас есть еще тут всякие генераторы. Вот, есть такой. Угу. Вот солярные панели. Каждый вырабатывает днем один, ночью тоже один. У меня он потребляет сейчас. Ничего не потребляет, потому что уже все сделал. Вот, значит, мне сейчас надо для того, чтобы моя яйцеферма хорошо работала. Майнинг не надо. Вот эту вот штуку раз. Так, ты иди сюда. Не, не майнинг, не апгрейд. Мне вот, пожалуйста, вот эти два, три. И стек апгрейд. Тук. Раз, два, три. Ну, во всяком случае, эти апгрейды не так запарно работают, делаются, как в этом самом в старом нашем экстра утилитесе. Так, теперь мне надо, блин, как это пробраться везде, поставить эти стек апгрейды. Сразу я этого не сделал. Проходы тоже. Так, и положим сюда и сюда. Это, по идее, должно нам ускорить передачу. Так, и, наверное, по пути я уже сделаю нормально. Каждый твари по паре, как говорится, поведу по-другому провода. Пип. У меня их же тут триллион этих проводов. А я тут делаю. Так она просто, система будет немножко быстрее работать. Ладно, это вам, наверное, не особенно тут интересно видеть. Я все равно тут пробурюсь и тогда вернусь. Так, вот, вывел каждую трубу. Сейчас отдельно. По идее, это должно чуть-чуть ускорить работу моих труб. Потому что не надо по одной трубе передавать множество стаков. Каждая труба имеет свой отдельный выход. Так, правда, ну, не совсем красиво получается, в смысле поверхности, да. Вот, кстати, видно кусочки моего, так, моего этого подземного, вот. Все, каждый выходит отдельно. Ну, тут можем крышечки, наверное, поставить какие-нибудь или еще что-то и закрыть это дело. Так, труб хватило и много, так что сейчас у меня все должно работать красиво, да? Так, землю, как мы можем использовать юзыч? Можем мы из них какие-нибудь коверы делать или что-то в этом роде? Так, карпентер не то, сквизер не то, это что такое, painted, пантик нет. Не то, не то, не то. Закрыть как-нибудь это все дело мощно.
Пока не вижу. Так, люк. Как он у нас люк называется? Нет, это не то. Вот трап дор. Трап дор нету. Ну, можем сделать. Как раз 6 получается. Пригодятся мне эти трапдоры. Так, интересно, они совместимы ли тут? Не хотит. Ломайся, блин. Так ставится. О! Ну и шут с тобой. И стой. Ты мне не особенно нужен. Главное, красиво, безопасность превыше всего. Вот. Ну что, раз не выходит такая штука, придется нам делать ну, уже проверенную, значит, карьер из майнинг. Рецепт, не, не рецепт, актуали, адиш, Ай, блин, не так набираю. Актуаль additional. У нас есть майнер. Вот. Improved void crystal block. Это есть drill. Drill. Drill у меня вроде бы есть, и я как бы ей не пользуюсь. Да? Так из нее, наверное, надо выбрать все, что там есть. Во. Так, drill отдаем. Так, этот блок нету, а такие блоки ты получаешь из void кристаллов нету. Значит, мне надо, ты получаешь из void кристалла, void кристалл из coal. Вот. Берем кол, ставим сюдемус, жмакаем. Вот, так дальше. И тебя надо импровиться. Импровишься ты. Флинт, инк, чаркол и стоун. Так, флинт, чтобы быстрее было, я знаю, где можно взять. Флинт. Стоун. Вот он, стоуны. Да. Усы. Так, как все там импровить надо? Инксек и чаркол. А, именно чаркол, да? Инксак. Инксак. Вот он. И кол. Куала, куала. Так, идем за импровым. Кстати, эта штука жрет, мама, не горюй. Съедает нереальное количество. Так, значит, пингсек. Сюда void. Сюда stone. Сюда этот и charcoal. Работает штука. Так, как у нас там с энергией? А, ты у нас работаешь, оказывается. Блин, надо как-то это автоматизировать. Но перед этим я хочу увеличить его 5 на 5 сделать. Давай, 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 увеличивайся. Так. Ну, работай, работай. Так, нам еще, кстати... О, все, сработал. Так, Упс, не туда. Сет. Ладно, тогда сходим уже к пчелкам. And then farm and dust. Пустыня. Сет. Так, у нас там опасная ситуация. У нас там пчелки, которые взрываются. А, эти синистры отработали. Значит, вас можно опять запускать. Так, ну, во всяком случае, у меня есть. Так, вы кто? Модест. А, и тут с этой стороны у меня Модест. Так, я сейчас не помню, где у меня тут, что у меня так фругалы.
Фругалы. И вот там эти... О, не взорвались аустеры. Так, получил чистых аустеров. Так, этих можно опять перезарядить, потому что они с это самое... Ну, вы поняли. Ни хрена вы не поняли. Потому что они стыкаются. Так. И проверить, что у нас тут понавыводилось. Фругал. Чистый. Рабочий. Фругал. Модест. Этот не чистый. Боч. А ты фругал. О, фругал, фругал. Боч чистый. Вот чистая порода есть, не кусается. Это очень есть хорошо. И они у нас работают. Так, фругала мы ложим сюда. А вот сайстеры, я боюсь, что у нас будет проблема. Так, крипер. Боч-боч. В общем, работает в наших условиях. Так, ага, ночью работает. Плохо, с одной стороны. Так, аустеры, крипер-крипер. Ход-дон-дон работает. Так, ну блин, у одного хоть и у этого крипер есть. Так, у меня тут аустер есть. Блин, как это этот фругал? Вот у тебя есть кусачес. Модест фругал. Нет. Боюсь, собью породу. Так, ты не подходишь. Фругал. Модест фругал. Нет, не подходишь. Фругал. Крипер, фругал, аустер, ноун. Ну вот, наверное, этого можно попробовать, потому что у него нету. Так, этого можно попробовать. Фругал. Это я не помню, этот, по-моему, наш чистый. Этот не тот. Так, это можно отложить. Фругал. Так. Этого ложим. Модест фругал не подходит. Так, модест. Айстере может какой-то будет. Синистер это не то. Блин, для этого надо разные ящики ставить, чтобы потом вот так вот всех не перебирать. Синистеры. В принципе, это уже можно на выкид синистер. Они уже не нужны. У меня есть хорошая порода. Алстеры, блин. Или тебя попробовать все же. Вот тут тоже неактивный. Ладно, попробуем мастер вывести. Надеюсь, она у нас не взорвется. Так, будем сюда редко приходить. Сразу в ноги. Неохота демонстрировать, что будет. Потом, может, когда я их разведу, у меня будет больше возможностей. Где-нибудь в пустыне поставлю эту штуку и покажу, что будет. Так, значит, майнер. И где ты? У нас он, видите, еще электрические буры есть. Надо будет как-то заняться. Значит, так не пойдет. Значит, надо все же. Ой, актуали. Актуале атишино. Так, делаем. Раз. А чё? А что тебе не нравится? А, вот этого нету, да? Так, раз, два, три. Чё, палочек нету? Ё-моё, Семён Семёныч, палочки. Давай побольше палочек, 64. Так, значит, вот эту штуку у меня раз, два, я вот не помню, сколько их сделал, но черт с ним. Так, Натя, дрель. Вертикал диггер. Будем играть в диггера. Так, это мы пока скидываем, пускай она перерабатывает. Так, вертикальный диггер есть. Чтобы он работал, нам надо вот эти вот Хантом Бустер. Это Diamond Ender Casing. Чего? Ага. Rest
два, три. По-моему, максимум три можно поставить. Так, Антон, пум. Раз, два. Мы поставим два. Так, чего нам не хватает? Diamond Crystal. Diamond Crystal. Иди. Так. Diamond Crystal сразу тебе делаем. Большой штука. Алмазов у меня, к счастью, хватает. Так, разбираем вас на кусички. Кто смотрел мультик, ставьте лайк. То есть фильм на кусочки. Бостер, вот он. Правильно написал, надо же. Я правильно, раз, два. Это увеличивает радиус действия. Так, значит, бостер. Теперь нам надо лазер. Лазер. Желательно помощнее. Такую штуку мы можем позволить. Ньори кристалл. Так, железо. Вот. Ставься. Так, Ньори кристалл есть. В систему. Бустер. Нет, не бустер. Что я сейчас сделал? Кто мне скажет? А, лазер. Лазер я делал. Лазер. Лазерман. Лазер. Где ты, лазер? Только что были. Лазер. Вот он. Чё? Импров это не Йори кристалл, да? Так, как ты делаешь из таких? Рецепт, давай. Рецепт, так. Импров это не Йори кристалл. И эти кристаллы. Вот они. Просто кристалл у меня есть. Так, усы. Ну, этого дрель я сделаю, это не проблема, поэтому я так. Cobblestone, серый, кнопка, снежок. Cobblestone. Грей краситель. Button. Так, нет. Стоун. По-моему, из любого можно. Так, и стоуна кнопку. Вот он, юзач. Ой, тут просто. Вот, этот. И снежок, да. Снежок у нас тут. Ну ладно, пошел импровить. Так, и пока мы тут импровываем, можем подготовить место для нашего. Ну, допустим, хочу тут. Так, ставим этот наш самый майнер. Вот, моды. Мне надо майнинг все или только. Что за звук был, я так и не понял. Ну ладно. Или майнинг только ресурсы. Вот, значит, мне надо, чтобы он майнил только ресурсы. На хаус, да. Так, майнил только ресурсы, и для этого нам надо ноды, плоид, вот эту ноды. Так, да, когда добиваем импровит, надо этот разобрать. Да, лазер помощнее. Это сюда, так. Так, это тоже сюда можно. Так, и пайп надо. Пип. Пипелга. Пиповая пашура. Так. Не то. И
additional, вот эту вот штуку, small story вот есть у нас кратия. Так, это есть, вроде бы все есть, чтобы запустить систему. Ну, чтобы она мне базу не раздолбала, а только бы собирала мне ресурсы. Значит, все равно он работать не будет таким способом. Так, это ложим сюда. Я сразу предупреждаю, если вы врубите моды мининг все, то он будет выкапывать вот отсюда. По-моему, выкапывает он раз, два, три. Три на... Нет. 5 на 5, потом 3 на 3, 4, и потом 4, и вот максимум, по-моему, можно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 клеток поставить. Вот, ну это я насколько помню. Так, этот сюда, чтобы он вытягивал нам ресурсы. Эти два бостера ставятся над ним, они увеличивают, и нам надо подать энергию, да? Не понял, а где лазер? Я живу. А, лазер я так и не сделал. Блин, да чтоб меня черти забодали. Так, сюды. Иди сюда, крейт, лазер. Лазер. Вот он. Так, дайте мне один мощный лазер. Так, идем, значит, берем мультитул. Так, даем, вот, запоминай. Этот ставим сюда и даем ему энергию. Чё? Лазер сторит. Лазер френч, too far away. Какой far away? Я тебя... Не так, что ты далеко. Что такие простые... Ну ладно, не будем, блин. Возьмем простой лазер для начала. Ё-моё. Где он, этот лазер? Только найти его. Лазер. Ай, вот же лежит. Возьмем попроще лазер. Ой. Не так много энергии будешь получать, но будешь работать. Так, на тебе. Так, тинг. Тинг. Far away. Far away. Ладно, я не гордый. Ставим сюда. Чпок. Чпок. Лазер коннект. Чпок. Чпок. О. Пошло работать. Вот железо, айронное. Ну вот. Все, штука работает, только медленно работает. Медленно. Так. Попробовать, можешь кондуит сделать из экстра. Кондуиты. Этот еще рановато. Вот он. Итем кондуит. Получится. О, 8 штук. Ну, это дешевле способ, нежели этот. И быстрее они работают, насколько. Так. Кондуит, ставься. Ты, значит, экстракт. Редстоун моды. А ты только инсерт. Все. Чпок. Ну, успеваешь. Смотрите, он с простеньким неплохо работает. Вот, он добывает нам оры. Вот, и он только добывает нам оры. Он больше ничего не копает. Только на каком расстоянии, я не помню. И вот как с него потом убрать энергию, чтобы... Интересно, он на редстоун сигнал реагирует или нет? Так, левер берем. Левер.
Левер. Есть. Интересно, он реагирует на этот редстоун сигнал или нет. Так работает. Так, судя по всему, не работает, да? Окей. Хорошо. Будем знать. Only Mining Core. Ну вот, на халяву уже накопали Cooper Ore. Все. У меня есть майнер, только его надо переставлять и делать вот эту вот бустер. Надо еще один бустер поставить. Чего мне там не хватало? Improved Diamond Crystal. Ладно, сейчас добавлю и вернусь. Так, сделать еще третий бустер. Баштер, бустер. Так, как у нас тут с энергией? Надо запустить. Сосеть. Как-никак. Тут поставил я более мощный вот этот вот штука. Так, бастер. Стоит. И теперь нам надо сделать... Так, на всякий случай отключаем. Reset. Он теперь переконфигурируется и пойдет качать с высока заново. То есть... Блин, луча не видно. Ага, еще дальше. Ага. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть по три, что ли, он добавляет? Да куда ты там нам копаешь, мне вот интересно. Ага, то есть уже Москва-Воронеж, хрен догонишь. Ладно. Потом где-нибудь поставлю в безопасном месте и посмотрю, сколько он, насколько копает с тремя бустерами. А то неохота мне как-то тут уродовать свою базу. Он мне как тут накопает, так мне потом будет тут марбл. Какой тут марбл стоял. Работает и работает. И шут с ним. О! Драконьем даст! Yes! Так, и что он накопал тут? О, смотрите, довольно-таки неплохой карьер. Ну... А? Работает себе, хотел сказать, человек. Копает. 15 алмазов, то есть вот эти уже вернулись. Платина, никель, голд. Так, судя по железу, он копает еще наверху где-то. Вот, угля много. Драконьем даст. Только надо узнать будет его радиус, чтобы потом переставить его куда-нибудь более удобно. Вот. Ну что, запустил карьеру. Энергии вроде бы на него хватает. Не, я бы не сказал, сколько ты там отдачи у тебя идет. Потребляет input. А, сколько принимает, столько и отдает. То есть желательно более мощную штуку поставить. Вот. Ну не знаю, наверное, в следующей серии будем увеличивать вот эту вот 5/5. И еще что-нибудь придумаю. Ой. Так. Сколько тут будет их раз? Ну, в общем, работает. Я хотя понимаю так, что мне вот этих вот ресов, что он мне сейчас накопал, вполне хватит. Еще можно его и в воду поставить. Вот такой сетап ставите, и он копает вам. Ну, хорошо копает. Ладно, подожду конца и вернусь, когда он все выкопает. Так, и для того, чтобы, ну, пока жду, я решил запустить свои вот эти машинки, да, чтобы увидеть, что вот этот разряжается, да, разряжается. Мне Иркман говорил, что вроде бы как эта штукенция принимает как бы RF-энергию.
Я вот решил проверить, действительно ли так. Для этого надо мне разрядить аккумулятор. Вот, разрядился. Так, ставим это, значит, дело сюда, а эту сюда. Так, энергия пошла. И не чаржит ни хрена, да? Или она все потребляется? Так, это прекратило работу, это прекратило. Но у меня она вроде бы как на 1.11 эта штука вся работала. Так, ты. И... Подожди, где тут раздающая? Напрямую, лазер коннект. Вот. Нет, не принимает. Так, тебя, чтобы снять, надо вот так сделать. Еще попробую сзади ее подцепить. Может, так пойдет. В всяком случае, на 1.11 версии, когда я проверял, эта штука работала. Вот. Но не хотит, не принимает она эту энергию. В всяком случае, эта штука так. Если напрямую к машинке. Машинка внизу у нас, да? Ну, так, допустим. Если будет работать, то будет работать лазер сторит и чпок. С РФом ты работаешь или нет? Так, это заполнено. Это не работает. В этой версии обмануть не получится. Так, на тебе генератор. Вот, обидно, да, досадно. Так, идем, нажимаем. Так, это мы скидываем. И надо наши генераторы, в общем, заполоравлять своей энергией. Так, гриндер, ты там что-то отработал. Иди сюда. Мне невыгодно с вами играться. Так, это мы зарядили, это мы можем разряжать. Вот сейчас пошла энергия. Гриндер уже не работает. Ну что, идем посмотрим, отработал ли наш майнер. Так, нет, еще все работает. Вы смотрите, а? Так, до какого-то уровня дошел? Уголь. Золото, значит, где-то уже пониже. Ну, смотрите, сколько угля он мне намайнил. Ну, можно сходить вниз. А что я там увижу? Я не знаю, докуда он там копает. Это если он тут с одного этого размера мне столько выкопал, то это шоу. Да, интересно, интересно. Надо будет поставить день там и выкопать большой-большой карьер под базу, например. Чё? А, дождик. Или построить, перенести этот. И вообще такой вот маленький один на один блок построить генератор. Хотя можно вот этот вот генератор сделать и запустить. Ну ладно, то, что чем это все закончится, ну, главное, дракониум находит. Это уже большой плюс. Лид находит. Лид можно использовать вместо этих блоков. И довольно-таки неплохой майнер, слушайте. Ну, чуть-чуть запустил и ресурсов хоть отбавляем. Так, Diamond рецепт. Можно Diamond Nuggets Fragment. Рецептами Digger. Рецепт. Mobis. Crystal Comb. Diamond Princess. Emerald Princess. Плюс Quartz Princess. Ну, та же самая история, как с курицами, только с ними сложнее. Так, рецепт. Материя. Ну, из блока. Это дураку понятно. Так, что... Руду пережарить, выбить, курицу вывести, руду выбить,
разобрать из всяких пластинок. Это Lifting Infusion блок кол 50 ли. Ага, понятно. Чикины, понятно. Увеличивают с помощью томового хеми. Гриндер это взрывать. Из соус какая, сколько генерируется где? Это что? Из Гвардиана можно выбить? Офигеть. И из Шалкера? Из Шалкера выбить Даймонд, и этот шанс 10%. Убивая Шалкера, получает Даймонд. То можно ферму Шалкеров сделать на каком-нибудь спаунере. Майнкрафт найти, это я знаю, Event Trade. Ну, это понятно, и крашим, ясно, все с вами понятно. О, 27 алмазов. Офигеть. Зачем мне ресурсы? Зачем мне что-то делать с кирки? Вообще, зачем мне кирки? Ну, вот. Ну, такая серия. Вот. Ресурсы мне не нужны уже, в принципе. Мне сейчас намайнит эта штука. Так что карьер... Ну, квантовный карьер я, может, все же сделаю. Он ниоткуда генерирует. Вот. Надо сейчас подумать, какой-нибудь автономный источник генерации энергии, допустим, из Эндрайо Соляр. Солярка. Во! Чё я мучаюсь? Вот же есть у нас солярки. Соляуметриум активатор. Нет, это не подойдет. Это не работает с тем, что я думаю. Солярная панель. Actual additional. Сколько же ты вырабатываешь? Так, дорого импровит. Diamond. Надо будет сделать одну. Ну и сами вспомните. Но это 160 РФ. Тут ему он тысячами жрет. Он даже не успевает. Потребует уже 40 даймондов. Драконик. У него потребление, мама, не горюй. Вот, 1000. Output 1600. А входит 1300. И по нулям. И тут просадка идет, да? Не хватает, не хватает 500 РФ в тик, чтобы эта система работала. Или просто тупо лазерами довести до места и все. Ну, еще алмазики. Уже труба не справляется, что ли? Ох ты ж, ё, сколько тут у нас добра. Ну, уже судя по тому, что пошли алмазы, это уже примерно конец. Ладно. Встретимся в следующей серии. Увидим, что у меня он там накопал. Ничего оттуда вытаскивать не буду. Не буду. Вот. Так что следите за моими сериями. Ставьте лайки, пишите комментарии. И увидим в следующей серии. Так, это был Альвинос. Это был сборка Nightmanic. Мех Магик из АТЛ Лаунчера. Ее вы найдете внизу в описании. Ссылка на эти самые, на еще, кстати, вот соляры, но это не будет его. Ссылку в описании вы найдете. Ну, в общем, все найдете в описании. Спасибо и пока.